Приморская краевая филармония была основана в 1939 году. Сегодня это ведущая концертная организация края, и располагается она в одном из красивейших зданий исторического центра Владивостока, издавна связанном с культурными традициями города. История концертной деятельности филармонии в 40-е и 60-е годы отмечена активным притоком творческих сил, выпускников консерваторий, музыкальных училищ, исполнителей разных жанров со всего Советского Союза. Дальнейшие годы характеризуются образованием инструментальных, вокальных и эстрадных концертных групп, формированием основного артистического состава. В их числе ансамбли «Огни Владивостока», «Камертон», «Русская музыка», инструментальный ансамбль «Концертина», художественный руководитель Владимир Рындин, ансамбль народной музыки «Хорс», руководитель Наталья Калинина, камерный хор «Кантабели», руководитель Галина Потопяк, рок-группа «Бригада». Мастера художественного слова, заслуженная артистка России Аля Ястребова и народный артист России Лев Ткачев, возродившие высокие традиции русской литературы и поэзии. Основным направлением деятельности Краевой филармонии было и есть организация концертов на территории Приморского края. За всю историю существования филармонии ее артисты побывали во всех уголках Приморья, включая отдаленные села, деревни, города. Вот имена артистов, внесшие огромный вклад в развитие певческой культуры Приморского края. Заслуженная артистка России Аэлита Синькова, заслуженная артистка России Светлана Соколова, певица незаурядного дарования высокого исполнительского уровня, заслуженная артистка России Лариса Шалина, дипломант международного конкурса Вера Голуб. Музыкант, которым подготовлено более 100 концертных программ различного направления. Лауреат премии губернатора края, заслуженный артист России, концертмейстер, солист филармонии Леонид Букин. Ведущий концертмейстер филармонии, пианистка, принимающая активное участие во всех значимых концертных мероприятиях Вера Луговец. Пользовались заслуженным успехом выступления лауреата всесоюзных и всероссийских конкурсов артистов эстрады Евгения Мелькова, заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества Андрианы Акбалян, певцов Юрия Зубкова и Виктора Каракулова, заслуженных артистов России Галины и Василия Алексейко, Тамары Золкиной, Инны Славницкой, Валентины Панченко, Сергея Ткаченко. Успешно вели концертную и гастрольную деятельность пианисты Иосиф Заславский, Андрей Вениченко. С филармонией сотрудничают многие творческие коллективы Владивостока и Приморского края, среди которых ансамбль скрипачей «Легия», руководитель, заслуженный работник Высшей школы России Леонид Вайман, ансамбль «Кончертоне», трио «Дивертисмент». Солисты. Заслуженные артисты России Феликс Кальман, Александр Капитан, Раиса Илюхина, Александр Боргарт, Сергей Айзенштадт. За годы существования филармонии на ее сцене дали концерты тысячи коллективов и исполнителей. Лучшие дирижеры, хоровые, инструментальные коллективы, танцевальные коллективы, солисты и эстрадные исполнители. Одним из ведущих коллективов Приморской филармонии является Тихоокеанский симфонический оркестр, главный дирижер и художественный руководитель, заслуженный артист России Михаил Аркадьев. Сегодня оркестр – непременный участник самых ярких культурных акций, проводимых в Приморье, организатором которых выступает филармония. Вместе с оркестром выступают ведущие солисты Приморской краевой филармонии – Людмила Якунина, Елена Морозова, Наталья Брылева, Ирина Кучинская, Елена Брыкина, лауреат международного конкурса Сергей Плешивцев. В 2006 году начал свою творческую деятельность новый коллектив филармонии.
губернаторский духовой оркестр. Дирижер Виталий Морозов. Оркестр активно принимает участие во всех значимых событиях регионального значения. Торжественные приемы губернатора Приморского края Сергея Михайловича Дарькина, открытие игровых сезонов футбольных и баскетбольных команд Владивостока, торжественные церемонии Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Традиционно итогом концертного сезона становится ежегодный фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» и встреча с юными талантами международной благотворительной программы «Новые имена в Приморье». Фестиваль «Дни высокой музыки в Приморье», где свое исполнительское мастерство представляют лучшие музыканты мирового уровня. Краевой музыкальный фестиваль «Приморский берег», Рождественский фестиваль классической музыки, губернаторская программа «Мастера искусств жителям Приморья». Хорошо зарекомендовала себя абонементная система концертов для взрослой аудитории и детей. Слушателям представляются камерные программы, юбилейные концерты, детские музыкальные сказки. Приморская филармония сотрудничает также и с лучшими исполнительскими силами столицы – приглашая музыкантов из других городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. И среди них российско-японские музыкальные встречи, золотые голоса Кореи, индийские и индонезийские встречи. Приморская филармония и Генеральное консульство Соединенных Штатов Америки в Владивостоке провели целый ряд совместных мероприятий, ставших знаковыми для всего дальневосточного региона, благодаря которым жители Приморского края получили уникальную возможность соприкоснуться с американской музыкальной культурой самого высокого уровня. И, несомненно, это международный джазовый фестиваль. Значимым событием для филармонии в 2007 году стала масштабная реконструкция филармонических помещений, что позволило реализовать новые концертные проекты. Каждый новый концертный сезон Приморской краевой филармонии, верный своим лучшим традициям и открытой новым творческим проектам, становится значительным событием в жизни региона.